Должен быть способ получше. Поищи что-нибудь, чем можно подпереть. О, тут столько всего интересного. Элли! Да. Ну, давай! Так, держу, держу, держу. Смотри. Охотники. На их месте могли быть мы. Надо же, сколько людей здесь погибло. Надо было разворачивать машину и валить. Мы выжили. С трудом. Уходим отсюда. Как ты узнал? Ты о чем? Насчет засады. Я был по обе стороны баррикад. Ой. Значит, ты убивал невинных людей? Ну, значит, да. Понимай, как хочешь. Похоже, здесь эти козлы спят. То есть спали. Начнем. Вот, отлично.
Фу, мне показалось, они не зараженные. Неважно, пошли отсюда. Вот мост. По нему мы выберемся отсюда. Элли, не спеши. Подожди меня. Ну чего тебе? Я здесь. Давай я пойду первым. И не шуми. Ладно. Я могу свистеть. Ну вот, теперь будешь меня доставать. Крутота! Элли понравится. Что произошло? Это твои друзья-охотники? Мило. Нет, я думаю, что это солдаты. Зачем убивать людей? Всем не хватило места. Проще убить? А мертвые не болеют. Что это? Не знаю. Элли, пригнись. Стрелять вообще умеешь? Прячемся! Ты же все пули в молоко всадил. Лучше в тебя. Ну ладно, ладно. Промазал, бывает. Хочешь, потренирую тебя в тире? Да ну тебя. Куда они делись? Должны быть здесь. Они на повороте шоссе. Не удивлюсь, если у них там еще туристы. Хорошее местечко. Везет же им. Погляди пока, чем тут можно поживиться. Ничего тут нет, идем дальше. Какого хрена мы тут торчим? Пошли посмотрим, что делают эти засранцы. Вечно тянут кота за яйца. Но если они опять нас за нос сводят... Ага. И что ты сделаешь? Увидишь. Ну да, ну да. А мост ведь далеко. Дойдем. О, странно выглядит. КПП без солдат. Сейчас в большинстве зон так. Это уже давно заброшено.
Отдавайте паёк. Почему им не давали еду? Иногда еда заканчивалась, хотя чаще ее просто не выдавали. В Бостоне такого никогда не было. Ну а в других местах сплошь и рядом. Слышу охотников. Да, я тоже. Главное, пока мы не уйдем отсюда, говори потише. Ясно? Всю ночь гонялись за этим туристом. Ого, ты тоже? Я слышал про это. Там была одна девица, лющая как черт. А уж какая верткая. Мы там всех перестреляли за пару минут, а за этим шилом в заднице гонялись часов пять. Да, иногда приходится отрабатывать свои денежки. Точно. Мы уже почти закончили, и тут она начала стрелять. Эта дура могла уйти, но нет, в итоге двое ребят ее отвлекли, а я взял в прицел ее симпатичную головку и бам! И все. Черт, может, стоило прихватить ее с собой, переманить к нам? Не вариант, она бы нам всем глотки во сне перерезала. Черт. Босс говорит, нам пора расширяться. Босс новый, трёп старый. Он говорит, у нас теперь достаточно людей, можно расширять периметр. И что нам это даст? Не знаю. Может, бензин найдем, еще генераторы запустим. Давай, я тебя прикрою. Ты у меня попляшешь!
Открой меня! Нашел! Не упусти! Вот здесь! За мной! Здесь никого нет! У меня тоже! Джоэл, гляди! Выходи, ублюдок! Черт, еле отбились. Мы выживем на зло вселенной. Нас не сломить. Не понял? Дик звездный свет. Ну, это из комикса. Так герой говорит после сражения. Нас не сломить? Ага. Ладно. Ух ты! Сколько тут книг! Жалко, что у меня так мало места в рюкзаке. Значит, ты любишь читать. Когда я не удираю от зараженных и охотников, все время читаю. Надо как-то поднять настроение. Готов? Все люди в мире братья. Просто старшие бьют младших. Что это? Анекдоты. Шутки в сторону. Часть вторая. Уилл Ливингстон. Пойдем дальше. Люди читают запоем, так они и спиваются. Запоем. Понял. Первую голову надо поесть, сказала чудовище. Это называлось обработка. Есть хотелось. Тут решали, кого пропустить, а кого пишет нет. Пишет про животных. Иногда пропускали только половину семьи. Что за чушь? А что потом? Никогда не слышал. Ладно, нашутилась.
До чего надо дойти, чтобы вешать солдат? Люди в отчаянии способны на что угодно. Так что, получается, мы тут против повстанцев? Выходит так. Не сломай шею. Ничего. Вроде нас не видели. Фух. Вот и наш мост. Мы приближаемся. Не будем терять время. Пошли. Нет, я не допрыгну. Подсади меня наверх, я положу доску. Подожди! Узнаю, что там. Это еще что? Опасное место. Что там происходит? Залезай. Пойдем через отель. Ну ладно. Клади доску, как они.
Говнище. Да, дерево прогнило. А ты часто бывал в кафе? Ну да. Нередко. И что ты заказывал? Просто кофе. Думаешь, охотники ушли? Скоро узнаем. Тут все чисто. Спускайся. Ого, круто. Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока все не накрылось. Для меня слишком дорого. Роскошное местечко. Давненько я не пил кофе. Лезь. Так. Thank you.
Смотри под ноги. А, черт. Пригнись, пригнись. Стоп. Сколько же это? Пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все? Надо проверить еще один этаж. Что проверить? За неделю ни одного щелкуна. Потому что мы работаем тщательно. Давай уже закругляться, ладно? Ладно, пошли. Как насчет перекусить? Не, давай через всяких, перед тем, как возвращаться в лагерь. Хорошо. У меня еще сухофрукты есть. Я запомню. Пушка! Смотри, вон они.
смотри, похоже, в этой шахте есть лестница. Постой, дай я попробую. Посмотрим, что там. Не пусковато, но пролезем. Ладно. Лучше найди за что ухватиться. Ну, вперед! Ладно. Вперед! Оставайся там, а я поднимусь. Только не помирай. Постараюсь. Кажется, туда я не заглядывал. Здесь. Как бы обойти эти ворота? Может, за тем проходом?
долбаные споры. Твою мать! Thank you.
Ну вот и все. Главное, Элли. Место подходящее. Да, очень даже. Нет, пока. А тебя? Пока нет. Ладно, разделяемся и идем дальше. Вдруг какого урода не заметили.
Как я ему мозги вышибла, а? Да, это точно. Тошнит. Я ведь просил тебя, не лезь. Сам же рад, что полезла. Хорошо, хоть башку мне не прострелила, соплячка чертова. Знаешь что, Джоэл? Сказал бы Элли, я знаю, что тебе нелегко, но ты справилась. Ты спасла мне жизнь. Неужели это так трудно, Джоэл? Надо идти дальше. Так идем. Мы должны выбраться отсюда. Найти мост. Главное понять, как. Ай, как же достало. Thank you.
Ух ты, зацени. Может, с этой штуки можно залезть? Взяли. Черт, тяжеленная штуковина. Как насчет помочь? Думаешь, можно мне это доверить? Элли. Ну, жми. Да. Я жму. Сильнее. Так лучше? Пошли. Пошли.